и Макс Ферстаппен на Торо Росса. Льюис Хэмилтон показал время 1:30,39 секунды. На секунду быстрее, чем до этого быстрейший результат уикенда, который показал Нико Росберг. Это время совершенно превосходит, например, прошлогодний пол. Он был у Льюиса тогда 1:32,5. То есть практически уже с превышением на 2,5 секунды. Больше того, я вам скажу, запомните по ходу вот сейчас быстрых кругов. И скорее всего мы можем увидеть две попытки, потому что одна первая будет наверняка на суперсофте, который еще остался у команд, может быть, а другая на совершенно свежем комплекте. Тот сегодня сказал, что просил уже буквально Пирелли привезти по еще по одному. Сказал, ну что вам жалко, еще 8 комплектов всего-навсего, по одному на каждую машину, чтобы было шоу в этом самом третьем сегменте. Но те сказали, что с логистической точки зрения уже поздно, и, собственно, все шины изготовлены, все отправлены морем, и вот эти самые 8 комплектов, ну, если попросите, то там потом, может быть, в будущем. Но я так думаю, что с Китая могут отменить и вернуться к прошлогоднему формату квалификации. Разве что мы увидим что-то феноменальное сейчас в третьем сегменте. Но я очень боюсь, что как бы мы не увидели по одной единственной попытке. И потом, собственно говоря, все будут ждать, ну, максимум вторую в исполнении мерседесов. Так или иначе, время, на которое нам нужно ориентироваться, это 1:29,527. Марк Уэбер в 2005 году, 11 лет назад, всего была вторая гонка на этой трассе. Тогда, собственно говоря, в общем, достаточно молодой был еще автодром. Самую первую гонку здесь выиграл Михаэль Шумахер. Ну, а во вторую тогда Фернандо Алонсо стартовал с поула, и он же и выиграл эту гонку. Но вот самое лучшее время было не время поула, а было в четвертом сеансе свободных заездов, показано Вебером на Вильямсе. И так с тех пор и держится этот рекорд трассы. Не был он во время гоночных уикендов ни разу перебит. И даже во время тестов, хотя во время тестов, которые здесь проходили предсезонных пару лет назад, привозили суперсофт. Это был единственный раз вот до этого уикенда, когда вообще красные ободки использовались на Сахире. Но тогда это была другая конструкция шин, не говоря уже о другом составе. В этом году шины стали помягче, шины стали быстрее. В том числе и это привело к феноменальным скоростям в Австралии. Там всего 0,3 не хватило до рекорда Феделя 2011 года. Но здесь мы можем побить рекорд Вебера аж 2005 года. И, может быть, завтра в гонке побьем также рекорд Педро Деля Росы, который с того же самого 5-го года держится. Деля Роса на Макларене тогда ехал вместо Хуана Пабло Монтойи. И на 31:447 было его время в гоночной конфигурации. Посмотрим, это будет завтра. А сегодня, сегодня квалификация. Сегодня уже на первом своем быстром круге Хэмилтон, Феттель, Росберг и Райконен. Боттас также на трассе. Масса на трассе. Рикьярдо на трассе. И Хюлькенберг. Боттас уже на быстром круге. В то время как пара Феррари уже готовится заканчивать этот быстрый круг. Время 1,5 минут до первого из отсеянных. Готово стартовать. А тем временем первый результат 1:30,244. Для Феррари это их лучший результат уикенда. Еще быстрее Себастьян. 1:30,65. Смотрим на Маклан, на Мерседес, но очень широкий выход был у Хэмилтона. Может быть, испортил он себе круг. Да, 1:30,627. Слово Росбергу. Он вышел достаточно чисто. 29,897. Впервые за много-много лет из 90 секунд Сахир. Быстрее, чем 1:30. Теперь слово Вильямса. Боттас был первым из двух болидов. Напомню, до этого никогда здесь не проигрывал квалификацию своему партнеру по команде. Но Масса побеждал дважды. Филиппе пересекает черту и медленнее. На 0,002 секунды, но медленнее своего партнера. Итак, Рикьярдо или Хюлькенберг. Если оба превзойдут результат Массы, то именно он вылетит. Времени на второй круг уже не будет. Рикьярдо это делает. На 5-ю строчку. Менее секунды отставания от Росберга. Все зависит от Нико.
чуть медленнее, полсекунды, все-таки сделал все, что мог, получил новый свежий комплект от Pirelli здесь в квалификации, понимая, что с трудом может сейчас Force India бороться против грандов, сразу же надели эти самые свежие шины, но даже благодаря ним ничего не удалось сделать, но все равно это очень плотно, на длинной полутораминутной трассе всего секунды и 7, всего секунды и 7. Не думаю, что второй подряд круг сейчас будет. Ждем, конечно, результатов первого сектора. Но вот у первых семи они все медленные. Райконен уже в боксах. Остальные, видимо, по пути в боксы. Ждем, ждем, ждем. Хюлькенберг 38, первый сектор. А должен быть в районе 28-29. Так что все, и он сбросил темп. Ну что ж. Вот теперь, после этой первой бури, некоторое затишье. Хюлькенберг теперь совершенно верно. Вы знаете, он ни разу выше восьмого места здесь не стартовал. Он повторил, соответственно, свой результат. И вот как это было у Льюиса Хэмилтона. Небольшая избыточная поворачиваемость. Отлавливал быстро рулем. Слишком широко. Потеря времени. Лишние десятые секунды. И уход с траектории. Если брать его стартовые позиции, здесь 13-е, 13-е, 14-е, 11-е, и вот 8-я в прошлом году, и 8-я на этот раз. Okay, mate, we are P5. Nice job. Окей, приятель, мы на пятом месте. Прекрасная работа. Yes, ответил Рикьярдо. Феттель, Росберг и Хэмилтон разделили между собой три сектора Сахира. Но они все практически одинаковые. Везде есть длинные прямые, везде есть торможение после них. Разве что на втором секторе сложная связка на спуске скоростной 6-7, затем самая сложная 9-10. Так что, может быть, первый и третий сектора чуть-чуть полегче. Плюс по времени. 28,5 первый, 22,4 третий. Ну а второй самый длинный и самый сложный. Там под 40 секунд, 38,8. И так что у Росберга определенное преимущество здесь есть. Как оно есть по времени. Вторая попытка будет, друзья мои. Может быть, самые последние минуты и не получится. Но, по крайней мере, это чуть лучше, чем в Австралии. Райконен и Хэмилтон едут на вторую попытку. Боттас не будет этого делать. Масса не будет этого делать. Что? Масса уже вместе с Хюлькенбергом официально занял место на четвертом ряду стартового поля. Там будут два болида с моторами Mercedes. Williams и Force India, соответственно. Так, здесь технические проверки, видимо, были, но он стоит около въезда. Рикьярдо остужает тормозные диски. Сейчас мы видим механики. Red Bull далеко не в первых боксах теперь на питлейне. Что пришлось им бежать достаточно далеко. Здесь просторный, широкий питлейн, по много боксов у каждой команды. Соответственно, вот пока мимо Вильямса пробежали, пока мимо Феррари, пока мимо Мерседеса. Все это долгое время там стоял Рикьярдо. И думаю, что теперь и он отсеивается. Но следом за двумя Феррари выехали два Мерседеса. Так что, как мы и предсказывали, по крайней мере, у этой четверки будет вторая попытка. Ну а Рикьярдо, во-первых, как и Боттас, оба переквалифицировали по-прежнему своих партнеров по команде, соответственно, Массу и Квята. Во-вторых, Дэн и Вальтери поделят между собой третий ряд стартового поля. В тот раз в Австралии две недели назад у себя на родине Дэн с восьмого места финишировал четвертым. Посмотрим, чего сможет добиться на этот раз с пятого. Ну а Боттас и вовсе из-за неудачной квалификации, а затем из-за замены коробки передач стартовал аж 16-м, но смог прорваться в очки. Теперь он шестой. Впереди Массы. Счет у них стал 1-1, соответственно, в квалификации. Я бы не сбрасывал со счетов вот эту пару на третьем ряду старта. Боттас и Масса могут многое совершить в завтрашней гонке. Масса, напомню, двукратный победитель этой гонки. Кроме этого, еще один раз финишировал на месте, на втором месте в 2010-м, где как раз вступил победу Фернандо Алонсо на удлиненной юбилейной версии Сахира. Итак,
Пошел отсчет по четвертому месту. Пока на нем Хэмилтон. Но Хэмилтон первый сектор абсолютно лучший. Абсолютно лучший. Льюис преследует Кими Райконена. Следом за ним на этот раз Феттель. И последним в этой четверке идет Росберг. Льюис должен успеть закончить этот круг до минуты. Здесь в Мерседесе все рассчитали точно. Росберг лучший для себя сектор, но медленнее первый, чем у Хэмилтона. А Хэмилтон и второй закончил абсолютно лучший. Отобрал у Росберга. Тем временем Феррари Райконена уже выходит из последнего поворота. Кими, который здесь 7 раз был на подиуме, но ни разу не побеждал. Кими, который в полусекунде не улучшает свой первый быстрый круг. И Хэмилтон 29.493. Хэмилтон, и вот вопрос. Вот. У кого будет пол? У Хэмилтона или у Росберга? У Хэмилтона 77 тысячных не хватает Ника. 1.29.570. Это чуть медленнее, чем тот результат Марка Вебера. 29.527 держалось с 2005 года. Чуть-чуть не дотянулся Росберг. И превзошел этот момент. И вышел из 29,5 даже на 7 тысячных Льюис Хэмилтон. Льюис, который праздновал, мы помним, свой 50-й pole position. Сейчас, соответственно, 51-й. 14 остается до Сенны, 17 до Михаэля Шумахера. Это первая позиция, приятель. Первая позиция. И мы слышали аплодисменты в боксах Мерседеса. А тем временем, пока вот этот отсчет еще идет, и должен быть отсечен через 30 секунд Себастьян Феттель, но вы понимаете, что уже третьей попытки ни у кого не будет. Поэтому на этот раз опять чуть раньше закончится, но не так рано, как в тот раз. Джо Кле на ваших экранах. Второй ряд стартового поля в полном составе у Скудерии Феррари. В прошлом году здесь Феттель смог прорваться. Только последние повороты я делал все, что мог, не знаю, надеялся. Но я думаю, что, может быть, даже если бы последний поворот был совершенно чистым у Феттеля, все равно эти полсекунды — это многовато. Между ним и Кими меньше 0,2. Райконен квалифицируется на четвертом месте. До этого, вы знаете, он один только раз был третьим здесь, стартовал в 2007 году. А так... В 2008 и в 2015 он был четвертым. Больше, собственно говоря, выше он ни разу здесь не стартовал. Вообще, до этого уикенда всегда принимали участие во всех гран-при Бахрейна только трое. Масса, Баттон и Алонсо. Поскольку Алонсо все-таки на старт не выпустит, и вместо него Стоффель Ван Дорн завтра будет дебютировать, то таковых остается только двое. Это Баттон и Масса. Баттон квалифицировался на 14 месте, Масса на 7. Ну а на первом ряду два Мерседеса. Счет между Хэмилтоном и Росбергом еще идет. Еще 30 секунд. И после них можно было бы, кстати, закончить круг даже. Потому что как в конце каждого сегмента клетчатый флаг. Но как кто-то пошутил в Австралии, обладатель Поула, это тоже был Льюис, может теоретически успеть клетчатым флагом сам себе помахать. Все-таки все не так плохо здесь в третьем сегменте, вернее, как чем в Австралии. Но вот второй вышел гораздо хуже. Именно во втором, как ни странно, практически уже борьбы не было. Все экономили шины.